Фан-тайм посмотрим. Ебать, это громко. Что это такое? Нихера там прилетело. Твоя тёлка просто чушка, моя бэйби турбо пушка. Дай бог здоровичков. Мне кажется, у нас за такую тему, если выложат какие-нибудь гаишники, то это смерть будет. Сразу уволят. Каждый день мой малыш открывает что-то новое. Видели уже. Видели, ясно. Рухнуть кого-нибудь. И сюда. Бля, это с таким, прикинь, короче, что есть жить. В смысле, я не понял. О, Clash of Clans. Бля, интересно, а так можно кота вообще использовать? Это законно? Как кот под пасху. Интересно, у нас-то гаишники могут? А? Где такие все выдают? Это секрет. А секреты не выдаются, потому что я служу десантку, штурмовая бригада, я всегда буду штурмовать. А что герб-то Росгвардии? А? Герб а мне какая разница? А мне папа нацепил и все. Медаль ДМБ. Да? Да. Знаешь, сколько у меня медалей? У тебя столько медалей нету заслуженных. Блять. Я что-то один заметил. Короче, у него Соединенных Штат. Бля, чего? У меня все золотые медали. Все. Чего? Золотые. Медали. А что за звание у вас? У меня генерал армии. Генерал? Полностью, да. По земному шару. Так оно не так же. А зовут как вас еще раз? А? Зовут? Меня звать Жан-Клод Ван Дам Терминатор. Все, понял. Твою мать, что за канале здесь происходит, а? Что здесь вообще творится? Куки! Пать, что ли, ты? Блин, просто из ниоткуда, вот реально, вот из ниоткуда просто звуки. Не пойму, что за тачка. Что это за тачка? Погодите, в смысле? А как это работает? Это, блядь, как вообще работает? Слушайте, напишите потом в комментах, а на ютубе. Как это вообще работает, эта тема? Прикольно, да? А теперь еще прикольнее. Такого еще никто не видел, да? В смысле, типа, воздух, давление? Ну, хз. Или тайминг, да, или давление просто. Выглядит. Что это такое? Выглядит. Вот любят пофотографироваться, кто еще хочет. Типа, а что за функционал?
下的让你受尽冷风吹，就算ну, прикиньте, дорожники с утра охереют. О, знаешь прикол с замиранием на фейстайм? Нет, чувак, зацени эту ржаку. Прикольно. Привет, дорогой. Привет, детка, мы тут с другом договаривались пойти. Алло. Марк, расслабься, он подвис. Уверена? Да, завис, смотри. Привет, Джорджи. Помнишь, как ты отбил у меня девушку, так знаешь? Я отбил твою. Эффект бумеранга. Упс. Откуда это там? Замер, блядь. Джордж, реально это ржак, а я заценил. Класс, класс. Best, сука. Понятно, девочка. Тупая девочка. Я бы такой обосрался бы увидел рядом с этим. Прикинь, рядом с компом подходишь, как кошелка быстрее. Quincy, we're gonna find you a girlfriend. Woohoo! Yeah! Yeah! And forget about your old girlfriend. Forget about. Блять, дауны, не спамьте, долбоебы, блять, про 1xbet, ёпта, вам сказали то, что эти же все нарезки, ёпта, сука, мозги включите, блять, три человека сидят, заебали спамить, блять! Как нельзя на 1xbet, блять, рекламу на Твиче, на Ютубе? Сука, дура, а? Пу, блядь. Пу. Сидят, блядь, три человека. Отлетела реклама. Не отлетела, я сказал, интеграция, блядь, будет. Yeah, let's go. You got it, pump you up. All right, off to the... So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Бля, как так? Я не пойму, как они это делают? Перекати поле, но это поход дело. Ебать, это как? Бля, в смысле? Типа... Я не пойму, кто человека в кошку, блядь, засунул? Типа, ну... Чё? Так, чё, можно было? Бэйби-фейс, ну хер его знает. Шо, блядь, пошутить, да, любим? Пизда тебе, блядь. Всё, сука. Смерть, блядь. Всё, да, нахуй? Лава! Флюгер Кихаймер, всё, да? Пошутил, блядь? Ну, сука. Всё, блядь, смерть. Всё, блядь! Ёбаные шутники, блядь. Ещё есть желание? Нет пошутить у кого? Давай пошутим, блядь. Вместе посмеёмся. Всё, да? Всё? Фу, блядь. Шутник хуев. Блядь. Ой! Смотри, прикол. Ой! А что это мы не спамим? А что такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чатик отключили, да? Как же так-то, блядь? Ой! Ой! Себя очень странно, поэтому ему предложили проехать на медосвидетельствование. И тут началось самое интересное. Саня. Я ж в охране. Саня, Санек, прошу, проси. Я им сказал, когда они остановили, говорю, что это. Пацаны, простите, поймите.
Ну это не это, не с нашей Раши, видать, пацаны. Вообще не алло, не респект продакшнс вообще. То, что задержанный поклонник известного комедийного персонажа, полицейские поняли. Но Александр на этом не остановился. Выяснилось, что в отличие от своего кумира, он знает пару приемов из рукопашного боя. В то время как Александр веселил окружающих, эвакуатор загружал его машину в кузов. Но тут задержанный продемонстрировал всем, что он разноплановый актер. И перед полицейскими предстал Человек-паук. Бля, ну это короче... Это короче, вообще забейте. Это да-да, я крокодил, я крокожу. Твою мать, я же косплеер! Что я делаю? Это не фэк, что ли? Это не фэк? Бля, я думал, это фэк видео было. Не, смотри, не фэк. Давай, тряпка, прыгай. Кстати, в жизни бы никогда не прыгнул. Это детектор лжи. Я задам вам простые вопросы, вы отвечайте на них честно. Вы меня поняли? Да. Нихера себе, в смысле? Что этот додик себе позволяет? Я не пойму, он всю жизнь, что ли, этого ждал? В смысле? С меня довольна, и мне не больно. Курица довольна. Назвала меня дебилом, но я не буду париться. И кто обзывается, тот сам так называет. Ебать. Это я в старости. Проверяйте. Мама, я дома. А если бы он не докрутил, что бы было? Там еще бан в чате получится. Когда спалили, блядь. И такой тайминг тоже поймали. Вазон, что ли? Да, блядь, да в смысле? Бля, ну он живой, слышь? А его пингует? Да кошку сломал, не говори. Нихера себе там, блин, катки влупили. Смысл в этом? Что это за садомия? Кто видел такие? Тролль, блядь. Чувак, не бегай сюда.
это... Типа все собрано, ничего искать не надо. Не, ну такого не бывает. Это плохой очень гараж. В нормальном гараже все всегда разбросано. И ты, главное, всегда знаешь, где все лежит. Дебилы, блядь. Что это такое? Кто съел мое сало? Кума, а чё, что не спишь? Ты казала, что... Мати казала... Ой, бля... Минус зарядка. Бля, да это ж гениально. Ты понял, да? Просто кусок прям отрывается. Да ну нахуй, блядь! Суслик, блядь, ёбаный! Чё ты, говорит, уводит? Кау? Нет, я аккуратно езжу, да, конечно. Я по тем улицам даже не езжу. Здесь вот видно. О, смотри, какая шишка его. Как горб его. Че это за рофл? А че это за рофл, значит? Просто забейте. Смотри, что творит. Ты что, выпил? Нет. Антонио! Так, Антонио. Не забывайте показывать этим ублюдкам свое законное место. Сука. Сосать машины. Скорость двусторонняя, да конечно. Не будет так лететь. Собака, блин, с ума сойдет. Привет, Юрка. Ты что показывал? Я не показывал, Так, тихо, я задаю вопросы здесь. Помните что случилось, видео? Данил? Он мне, на меня садился. Зачем садился на тебя? Жопу мне показал, садился, чтобы я нюхал. Это правда, Денис? Ты жопой на него, на лицо садился, да? А он мне пищун показывал. Я не показывал. Он показывал. Денис, он не показывал. Чё ты врёшь? Я сам видел. Показывал ты ему? Да, что ты врёшь, где сидишь? Говори правду, Данил. Я ему ничего правды не показывал. Врёт, Денис? Я не вру. Врёшь, ты пищун. Денис врёт, да? Я просто вот один в один. Так кто из вас врёт? Это ты! Он. Ты! 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 Ясно. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Олдскульный наряд. О, боже, мама, мама, что я там зебла? Вот это шара, мама, кругом гала. Что
Да, я тоже бы сейчас, если честно, бы так залип. Просто бы залип. А нехуй ураган по лесу ездить. Вообще жестко, блин. Вообще просто жестко. What the fuck is this? Oh my god. Что это за жестокая игра? Какая тонкая дощечка. Ну ладно, грация кошки. Блять. Это не так легко, как я думал. Wieder in Hamburg, ab ins Büro, hä? Was ist das denn? Geil. Genau so ein Gummiband suche ich schon die ganze Woche. Richtig nice. Tag fängt gut an. Что, дурак? So, ab ins... Страну подсказать, нет? Get, now, when the whistle go. Ёпта. Он из прошлого, что ли? Да в смысле, как он столько летит, ёпта? Я хоть на гифку такого можно ставить? Пса. Ясно. Вообще жиза просто. Рыбу что ли хавает? А че только не насмотришь, ты просто вообще забейте. Hellboy. Такое немножечко. Что это такое? Что за клоунада? Любишь залипнуть и посмотреть смешные видосики? Тогда советую посетить канал Fun Moments, на котором постоянно выходят свежие подборки приколов, кубов, фейлов и многое другое. Переходи по ссылке в описании и убедись в этом лично. Fun Moments – твой главный развлекательный канал. Го, короче, бля, по две рекламы, ёпта. Красава, ладно. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.